фигурист, который представляет Белоруссию, а живет и тренируется в Москве у Елены Чайковской и Владимира Котина. Ну что, можно сказать, что лидер ясен, это Брайан Жубер. На второй позиции Сергей Давыдов. И третью позицию на данный момент делят Кевин Ван дер Перен и Андрей Лутай. Почему так можно сказать? Да потому что разрыв между ними 21 сотая балла. Это на фоне 130-140 баллов, которые обычно получают фигуристы их уровня за произвольную. Это ничто. Поэтому будем считать, что они вот где-то рядом, так вот на третьей позиции. Албан Пробер четвертый. Ну а теперь Томаш Вернер, чешский фигурист, многократный чемпион Чехии. Фигурист, обладающий ярким индивидуальным стилем. Очень неплохая комбинация. Рена Аксель чисто. Небольшим недокрутом, но блестяще исполненный прыжок. Вам и Томаш Вернер. Я думаю, блестящее. Это второе место. Второе место. Я так думаю, что второе. Может, я буду неправ, но программа очень скомпонована хорошо. И про размещение элементов, и то расположение хореографии. Хореография прекрасная. Замечательная хореография, очень интересная. Вот Томаш Вернер, пожалуйста, последний в разминке. Последний в разминке, да. Но при этом очень пластичный, яркий, такой, да. С ярко выраженной хореографией, с характером. Отличный фигурист, конечно. Выше 10-го места на чемпионат Европы не поднимался, но здесь пока что по итогам короткой программы все шансы войти в тройку. 75 баллов и 18 сотых у Жубера, 70 баллов и 14 сотых. Разница в 5 баллов. У Сергея Давыдова и Кевин Ван дер Перен, Андрея Лутай. 67-18, 66-97. Вот куда его поставят судьи? То ли между Жубером и Давыдовым, то ли между Давыдовым и Ван дер Переном. Но уж явно не ниже.
Это между Жубером и Давыдовым. Я надеюсь еще, конечно, что арбитры оценят по достоинству компоненты его программы, и связующие элементы, и хореографию, и катание, скольжение. То есть здесь и выразительность, конечно же, в первую очередь. У него расстегнулся манжет на правом рукаве. Учтут ли это судьи, внешний вид? Я думаю, что не учтут. Может, специально? Может быть, это такой стиль? Или это, или счастливые и приметы. Бант на боку, и рука простегнута. Ну, может быть, специально, да, кстати. Ну, неплохой прокат. Чешский фигурист может быть доволен. Тренируется в Иберсдорфе. Вот мы видим, что справа сидит Михаил Худ. Он и Власта Копривова тренирует Томаша Вернера. Да, чувствуется вот этот немецкий подход. Да, вот он показывает, что действительно расстегнулся, вы правы, Александр. Но не обратил внимания он на такую ерунду. Главное, чтобы судьи не обратили. Ну, я думаю, это же не мешало катанию. Я думаю, чуть-чуть побольше он получит Сергея Давыдова. Да. Ух ты! 41! Это лучшая на данный момент сумма за технику. 41. Лучшая сумма за технику. Это больше, чем у Жубера. И 35. 35 за компоненты. 76. Блестяще. Вот второй, видите, какая. Не второй. Первый. Да, 76-56. Браво. Честно говоря, мы думали, а мы надеялись на это, что все-таки судьи поставят его на первое место, потому что это было ярче, чем у Жубера. Это было мощнее, чем у Жубера. Катание превосходное. А он даже не посчитал. Он даже не понял, что он Жубера опередил. Нет, уже сейчас понял, как опрыгнул. Да. Сначала-то, когда увидел оценки, не понял сразу. Мы на это надеялись, но вот не смели об этом говорить, потому что судьи все-таки могли второй оценочкой его чуть поприжать. Все-таки Жубер есть Жубер. Жубер чемпион Европы. А он только лишь Томаш Вернер. 10-е место. Год назад в Лионе. Ну что, здорово. Здорово. Интрига закручивается очень лихо. И таким образом Томаш Вернер первый, Брайан Жубер второй, и Сергей Давыдов на третьей строчке. Четвертый, пятый. Кевин Вандерперен, Андрей Лутай с разрывом в 21-сотую. Албан Пробер шестой. Вот она, шестерка лидеров. Ну а смотрим дальше. К сожалению, во второй шестерке наших нет. Здесь Карл Зеленко, который блестяще сегодня катался. Антон Ковалевский. Очень крепкий украинский фигурист. Яник Панцеро, Отман, Грегор Урбаш. И вот только сейчас, когда сменится таблица, Андрей Грязев 13-е место, Сергей Добрин 15-й. Дорогие друзья, будем надеяться на то, что и Андрей Лутай откатает и подтянется к пьедесталу, и на то, что Грязев или Добрин войдут в десятку сильнейших. Для нас это очень важно, потому что нам нужно, чтобы два лучших российских спортсмена набрали сумму баллов не больше 13. То есть желательно, чтобы оба были в десятке, где-то примерно с результатом 4-й, да, там, и 7-й, предположим. Вот что нам нужно. Да, но чтобы они не больше набрали, да. Не больше. Тогда мы сохраним представительство в 3 спортсмена на чемпионате Европы. Вот такие результаты. Прямо скажем, неожиданные. Итак, дорогие друзья, мы специально взяли паузу, чтобы посмотреть нижнюю часть нашей сегодняшней таблицы.